Сегодня 23 декабря, день снежного ангела. Наверняка этот праздник придумали тогда, когда снега на улицах было больше, чем песка. Это сильная новость, рубрика «Короче», поехали. Начну с милоты. Посмотрите, какие классные Деда Морозы приходят к молодым мамочкам в подмосковном роддоме. Там младенцев наряжают в новогодние костюмы перед тем, как передать семьям. Такой флешмоб устроили в Видновском перинатальном центре. По словам врачей, таким образом они хотят отметить 35-летие медцентра. Согласитесь, классно получилось. Ну а белорусам Дед Мороз принесет повышение тарифов ЖКХ в 2022. В расчете на двухкомнатную квартиру, в которой проживают 3 человека, стоимость повысится в пределах $5. Это при потреблении услуг в рамках нормы. Повышение произойдет в 2 этапа. С 1 января подорожают услуги ЖКХ, за исключением отопления, а с 1 июня подорожает также тепло, электричество и газ. Ну а Яндекс.Гоу начнет наказывать водителей за опасную езду. Система мониторинга будет фиксировать все агрессивные маневры. Это резкий старт и торможение, частая смена полос или несоблюдение дистанции. Если нарушений будет слишком много, то это могут посчитать нарушением стандартов Яндекса. А особо опасных водителей могут и вовсе отключить от сервиса.